18 человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда с трехколесным автомобилем «Темпо» на востоке Индии. Еще двое с травмами госпитализированы. Среди жертв много женщин и детей. Авария произошла в районе восточной Чампаран штата Бихар, по предварительной версии, из-за неисправности шлагбаума, который вовремя не закрылся. «Темпо» — это разновидность трехколесных моторизованных транспортных средств. Их широко используют в Индии для поездок на небольшие расстояния.